Всем привет! С вами снова Елена Беседовская. И сегодня 2020 год. Оливье и заливное оставим в прошлом. А сегодня мы с вами приготовим устрицы, запеченные в чесночно-сливочном соусе. Это будет рецепт для двоих. Романтический ужин. Ребята, устрицы должны быть свежайшие. Вы видите, они у меня даже лежат на льду. И ингредиенты для соуса. Для соуса мне нужно сливочное масло, чеснок, петрушка, соль, перец и сыр для затирания. Внимание! Устрицы – это афродизиак. А это значит, что он поднимает настроение и потенцию. Поэтому вечер обещает быть томным. Важное, что нам нужно сделать, это открыть устрицы. Для этого нам нужен нож для открывания устриц и салфетка, если у вас нет перчатки. Давайте пробовать. Что-то мне не очень это получается. И вообще, устрицы требуют мужских рук. Оп. Опа, отлично. Самая трудная часть работы уже завершена. Устрицы открыты, а я сейчас приготовлю соус. Для этого я мелко нарублю петрушку, измельчу чеснок. Все это смешаю со сливочным маслом, солью и перцем. Соль и перец по вкусу. А сейчас я натру сыр. В моем случае это чеддер, он хорошо плавится. Больше всего люблю это действие. Берем устрицу, добавляем соус. И сдабриваем это все сыром. Оп. Осталось запечь до полной готовности при температуре 190 градусов. А еще устрицы лучше кушать в тот месяц, в котором есть буквочка R. Например, январь. Вот, поэтому я сегодня и сейчас их готовлю. Ну и да, я хочу еще раз сказать, что устрицы – это очень деликатная, очень эстетичная еда. А вы знаете, что я люблю все, что вкусно, все, что эстетично и все, что полезно. Поэтому мы сегодня и готовим такое классное блюдо. Дорогие друзья, я надеюсь, что сегодняшний мастер-класс доказывает вам и показывает вам, что романтический ужин может быть легким, простым и очень-очень эстетичным. Желаю вам любви, это самое главное. Будьте счастливы, будьте любимы и, конечно же, дарите свою любовь. С вами была Елена Беседовская. До новых встреч в эфире. Ставьте свои лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и смотрите новые видео, которые появятся слева и справа на ваших экранах.